В Казахстане запущен новый телеканал. Перед началом интерактивной лекции в Назарбаев университете глава государства дал старт первому казахстанскому образовательному телеканалу «БЛН», передает binews.kz. Телеканал «БЛМ» создан в рамках национальной программы цифрового телевещания. Миссией образовательного телеканала является просвещение, популяризация науки и привлечение как можно большего числа талантливых людей в высшие учебные заведения и приоритетные области науки. На первом этапе телеканал будет вещать через национальную спутниковую систему ОТАУ-ТВ и через цифровое эфирное телевидение. Позже канал будут транслировать казахстанские кабельные операторы. Вещание телеканала будет производиться на казахском, русском и английском языках. Контент рассчитан на широкую аудиторию, от учащихся и преподавателей школ и вузов до любителей познавательных телевизионных программ о достижениях науки и техники. На телеканале «БЛМ» будут транслировать уникальные лекции крупнейших казахстанских и зарубежных ученых, научно-популярные программы, познавательные документальные сериалы, программы о высшем, среднем и дошкольном образовании.